Двигаемся, двигаемся. Ага, хорошо. Николай, мы встаем полукругом или прямо? Сейчас отрегулируемся. Проходи вперед немножечко. И вот этот фланг сомкнитесь. Вот так вот. Клюшки вверх, каски в руках, вот так вот. Давайте, на раз, два, три. Вау! Какое вбрасывание буду делать? Тайное сбрасывание. Да, ты это самое. Только клюшку в руку возьми, коляска в руке. Ага. И повыше, и пониже. Еще чуть-чуть. Вот. Кидай, поехали. Ваня, давай нас продай, крови. Вот. Даня, не подведи нас. Мы болеем. Ждем тогда всех. Давайте все быстрее, там, пока фотографируем. Давай, Оксана, бегом. Давай, бегом, 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 бегом. Ну, товарищи взрослые, ну. Ты ложись, давай ко мне. Общение с такими детьми, вот вам как творческой личности, как это проявляется в творчестве? Что может быть какие-то личные такие впечатления, эмоции, какие получили от сегодняшней съемки? Ну, общение с такими детьми — это море позитива. Ребята не унывают, ребята движутся вперед. Это движуха, это жизнь, тем более в таком проекте, как «Хоккей без границ». То, что они на колясках, это многие люди на двух ногах передвигаются и живут намного скромнее, намного хуже, чем эти ребята. Веселые, позитивные, активные, спортивные.